В Москве в районе Братеева на Борисовских прудах возводится храмовый комплекс в честь чуда Архангела Михаила в Хонях. На строящемся церковном объекте с инспекторской проверкой побывал куратор программы строительства в столице православных храмов, советник Святейшего Патриарха Кирилла и мэра Москвы, депутат Государственной Думы Владимир Жресин. С подробностями далее Эльвира Гордеева. Это будет храмовый комплекс в одном здании. Нижняя его часть займет дом причта, в верхнем ярусе расположится сам храм, вход в который будет осуществляться на лифте для маломобильных прихожан и по лестнице. Вы посмотрите, вот как бы кругом, это тут особо нету такого даже архитектурных ансамблей. Вот. Но вот этот храм, он как бы, может быть, даже является какой-то некоторой доминантой Братеева Северного. Чтобы церковь была видна издалека, ее поставили на 4-метровый стилобат. Уже выполнены кровельные работы, работы по электрике, идет подготовка к пуску тепла. На территории комплекса получит прописку воскресная школа, помещение для кружков и занятий, необходимых и полезных прихожанам. У нас, значит, по традиции, значит, вот прихожане округа, значит, они так отдельно поддерживают строительство. У нас, ну, фактически случаев таких, чтобы протестных не было таких. У нас в основном, да, жители настроены положительно. Традиционно посещая строительство храма в столице, советник мэра Москвы и патриарха Кирилла Владимир Рисин отметил, что под данный комплекс отведен большой участок на берегу Москвы-реки, в окружении березовой рощи, примыкающей к парку, который станет любимейшим местом для жителей всего округа. Я думаю, что и по графику, и по всем договоренностям он должен быть закончен в конце будущего года. Сегодня работа здесь достаточно эффективно организована. Имеется у нас здесь постоянный благодетель. Это имеет большое значение. Ну и сам приход, конечно. И я думаю, что они со своей задачей справятся. В текущем году специалисты должны завершить все общестроительные работы. Отделкой и благоукрашением храма займутся в будущем году. Сдача объекта в эксплуатацию намечена к Пасхе 2020 года.